Олимпийские игры 2020 в Токио фокусируются на окружающей среде. К предстоящим через 2 года соревнованиям организаторы занимаются озеленением всех районов японской столицы, передает Channel News Asia. Город и места проведения игр будут включать значительные зеленые зоны и коридоры, соединяющие окраины и центр Токио. Выбросы углекислого газа будут уменьшены за счет использования возобновляемых источников. Система управления энергоэффективностью зданий Олимпийской деревни поможет контролировать энергопотребление. Спортсменов будут перевозить на транспорте, не загрязняющем атмосферу, а болельщики до многих мест соревнований смогут добраться по воде. Экологичными будут даже медали. Их производят из бывшей в употреблении бытовой электроники, например, подержанных мобильных телефонов. Идея использования переработанного металла в наградах не нова. Однако Токио впервые в истории игр привлекает для этих целей граждан к сбору бытовой электроники. В рамках проекта Аркомитет изготовит около 5000 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Ожидается, что Олимпийские игры в Токио в 2020 году придадут дополнительный импульс буму въездного туризма. Правительство Абе и мэр Токио приняли инициативы по расширению беспроводного доступа в интернет, усовершенствованию транспортной сети, изготовлению мультиязычных вывесок и указателей. Глобальная цель японского правительства – увеличить число туристов с 28 миллионов в 2017 году до 40 миллионов в 2020 году и 60 миллионов в 2030. Япония продолжает ослаблять визовые требования и приглашает на свой рынок низкобюджетные авиалинии. Бывший главный тренер Челси Антонио Конте отказался встретиться с руководством лондонского клуба, чтобы обсудить досудебное урегулирование его контракта, сообщает Sky Sports. Теперь стороны встретятся в суде. Адвокаты итальянца работают по данному делу в спортивном арбитражном суде Лозанны. Руководство лондонца все же надеялось урегулировать разногласия с помощью переговоров, но наставник отказался от такой идеи. Конте требует от клуба компенсацию за досрочный разрыв контракта. Итальянский специалист хочет добиться неустойки в размере 23 миллионов евро. Из них 13 миллионов за увольнение до срока истечения договора и еще 10 за нанесение ущерба репутации. В лондонском клубе, в свою очередь, считают, что итальянец нанес урон имиджу самой команды. Sky Sports напоминает, Челси попрощался с Антонио Конте в июле, хотя по контракту тренер должен был отработать еще год. Также клуб не выплатил компенсацию. До старта нового биатлонного сезона осталось меньше месяца. Ресурс «Чемпионат» рассказал о последних событиях в этом виде спорта. В целом все идет по плану. Уже началась кропотливая и целеустремленная подготовка к первым гонкам Кубка мира. Однако появляются и крайне неожиданные новости. Французский биатлонист Мартен Фуркат, например, жалуется на скудное финансирование сборной. Пятикратный олимпийский чемпион рассказал французским СМИ о финансовых трудностях, мешающих полноценной подготовке команды к сезону. Денег у французов, как оказалось, не хватает даже на физиопроцедуры и повара. В августе у нас был запланирован сбор в Швеции, но поездку отменили, потому что выяснилось, тренировки во французском Примононе обойдутся нам дешевле на 20 евро в сутки на человека. Также в команде убрали физиопроцедуру на первых 3 сборах, сэкономив еще по 150 евро. Федерация на сборе в Норвегии объявила нам, мы должны жить на 40-50 евро в день. Но это же невозможно. Возмущается Фуркат и признается также, что еду команде готовит не профессиональный повар, а друг сборной, делает это бесплатно. «Мы имеем дело с финансированием, не соответствующим нашим амбициям», подчеркнул спортсмен. Отразится ли экономия на состоянии команды, можно будет судить по результатам уже на первых этапах. А завершивший спортивную карьеру весной 2018 года норвежец Оле Эйнар Бьёрндален продолжает оставаться в поле зрения поклонников биатлона. Тренировки норвежец не забросил. Вместе с женой Дарьей Домрачевой в декабре он выступит на рождественской гонке в Германии. Также Бьёрндален всерьез задумывается о том, чтобы открыть собственный музей. При этом спортсмен отмечает, что это будет не традиционный музей с экипировкой и медалями, а центр приключений, способный мотивировать к занятиям спортом. Какими новыми результатами пополнилась книга рекордов Гиннесса после прошедшего 8 ноября Всемирного дня рекордов? Евроньюс рассказывает. Игрок американской баскетбольной выставочной команды Гарлем Глобтроттерс Бул Буллард совершил самый дальний бросок, отправив мяч в корзину с расстояния почти 18 метров и сделав при этом сальто назад. Традиционными стали рекорды с собиранием кубика Рубика в необычных положениях. Отличился китайский школьник Цюэ Цзяньюй. Он собрал кубик вверх ногами быстрее всех за 15,84 секунды. Аарон Фоттерингем из США выполнил прыжки в инвалидной коляске. Один из них стал уникальным. Фоттерингем пролетел на рампе 21 метр.